нарисовала такой глазик для того, чтобы рассказать построение формы глаза и, в принципе, классическую форму растушевки. Наш глаз состоит из определенного количества впадин и объемов. Они у нас чередуются. Мы можем увидеть подбровное пространство. Это у нас объем. Дальше у нас идет впадина. Дальше века открытая, подвижная. Это у нас объем. Вот он у нас большой такой объем. Впадина уголок глаза. Впадина под глазиком. Также впадинка у нас есть во внутренней части глаза. Если мы посмотрим на наш глазик внимательно, мы увидим, что он состоит из определенного количества линий. Итак, одна линия у нас линия верхнего ресничного края. Она у нас поднимается, достигает какой-то точки, начинает опускаться вниз. Складочка между подвижным и неподвижным веком тоже поднимается, достигает какой-то точки, часто идет вровень и затем опускается вниз. Что мы можем сказать по поводу нижнего века? У нас тоже идет линия, достигает какой-то точки и начинает подниматься наверх. Мы еще можем обратить внимание, что у нас есть линия брови. Она у нас тоже поднимается, достигает наивысшей точки, и хвостик у нас стремится вниз. Еще у нас есть линия внутренняя, слизистая нижнего века. Она у нас тоже идет, достигает какого-то уровня, какой-то точки и начинает подниматься вверх. Что можно сказать? Что у нас 1, 2, 3 линии, которые тянут глазик вниз, и 2 линии, которые способны глазик приподнять. У европейского глаза чаще всего падающие линии довольно выражены, поэтому задача визажиста скорректировать эти линии и приподнять или выровнять их. Сегодняшняя наша задача сделать макияж на выравнивание, то есть такую классическую форму. Наши линии выравниваются, приподнимаются, а значит макияж будет коррекционным. Однако человек остается похожим на себя, черты лица особо не меняются, но в то же время у нас этот макияж очень хорошо украшает такой, скажем, более эстетический вариант. Итак, с чего же мы начнем? Как уже говорилось ранее, у нас есть линия нижнего века, которая глазик приподнимает. С нее мы и будем начинать. Для того, чтобы наш глаз не завалить, в то же время задать направление и одеть макияж на глаз. Вот здесь в уголке глаза мы можем видеть довольно глубокую впадинку, слизничковую впадинку, то есть здесь у нас еще и влажно. И наша задача сейчас будет обойти эту впадину для того, чтобы одеть макияж на глаз и выровнять вот эту восходящую линию. Да, то есть она у нас вроде такая правильная, красивая, восходящая, но для того, чтобы макияж у нас красиво оделся на глазик, нам необходимо ее тоже немного выровнять. С помощью косметического карандашика я сейчас буду опускать нашу восходящую линию нижнего века из впадины на объем. То есть вот у нас идет линия, где у нас заканчивается наш верхний ресничный край. Здесь у нас находится слизничковая впадинка. Обходя эту слизничковую впадину, я на объем из глубины начинаю создавать штрихи. Вот. По чуть-чуть. Вот, у меня задача
линию вот эту немножко опустить. Таким образом у меня макияж будет одеваться на глазик. Если вы хотите изменить форму глаза, то вам нужно обязательно выбирать цвет темнее собственной тени впадин. То есть мы видим вот определенную тень, нам нужно цвет выбирать более темный. Тогда у вас произойдут изменения. Если цвет будет светлее, тогда, скорее всего, никаких изменений мы не увидим. Линию мы опустили. Теперь, когда у меня впадина закончилась и начинается объем, я карандашик разворачиваю и начинаю создавать небольшие штришочки на объем. Вот сюда. Буквально чуть-чуть. Затем мне нужно выбрать кисточку, которую я смогу подтушевать. Вот я выбираю небольшую язычковую кисточку. И начинаю растушевывать. У нас вот здесь скуловой объем. На него я веду тушевку вниз. То есть я хватаюсь только за краешек. И оттушевываю вниз. Тушую вниз. Здесь у меня еще новый объем моего нижнего века. Я стушевываю сюда цвет. Вот таким образом у меня получается здесь тень, здесь полутень, и выхожу на объем, на свет. Обратите внимание, что стало с глазиком. У нас внешний угол опустился, глаз, скажем так, стал довольно грустный. То есть мы его сначала испортили, теперь наша задача линиями, вот уже восходящими, приподнять и сделать так, чтобы наш макияж был продолжением глаза. Сейчас наша задача будет поработать с вот этой вот складочкой между подвижным и неподвижным веком. Нам нужно приподнять опять-таки падающую линию. В данном случае глазик у нас такой классической формы, с открытым подвижным веком. Вот, мы будем приподнимать нашу падающую линию опять-таки до точки падения. То есть у нас идет линия, затем достигает какой-то точки и начинает падать. Вот этот кусочек, вот такой вот маленький, нам необходимо поднять. То есть не забываем, что мы создаем сейчас тень, мы создаем довольно темную линию, которая у нас меняет направление собственных линий. Я опять беру карандаш косметический коричневый. И теперь что? Продолжаю линию нижнего века. Вот она у меня идет. Вот я, вот она у меня продолжается. И я начинаю создавать небольшие штришочки из глубины на объем. Вот. Так, чтобы вот эта моя линия падающая выровнялась. Я создаю довольно плотные штрихи. И затем мне необходимо их будет растушевать. Маленькой язычковой кисточкой я хватаюсь за край тушевки и начинаю оттушевывать наверх к нашему объему. Вот, то есть все мои штришочки, они должны закончиться вот в этой точке падения. Вот. Поднимаем. Так. Движения у меня идут на объем. То есть вот. Вот у нас объемчик. Сюда я и создаю наше движение, нашу тушевочку, штриховочку.
У меня остался еще один объем подвижного века. И теперь мне необходимо создавать штришочки на объем подвижного века. Также до нашей точки падения. То есть вот у нас идет линия, достигает определенной точки и начинает падать вниз. То есть вот до этих пор у меня должен быть самый-самый длинный штрих. Итак, начинаю штриховку из впадины. То есть у меня получается такая немножечко диагональная сейчас линия для того, чтобы приподнять верхний ресничный край. У нас создается такая уже своеобразная растушеванная стрелочка. Беру небольшую кисточку и начинаю растушевывать. Из темного на светлое. Обратите внимание, что до нашей точки падения светлота нашего карандашика увеличивается. То есть самая темная зона у нас находится во впадинке, затем она плавно переходит в полутень и на свет. Вот что у нас сейчас получилось. Нам осталось соединить нижние и верхнее веко. Соединение мы начинаем с нижнего века. Если мы начнем с верхнего, у нас вся наша форма пойдет вниз. Начнем с нижнего, мы таким образом поднимаем глазик. Веерообразным способом я соединяю нашу нижнюю и верхнюю тушевку. Растушевываем из темного на светлое веерообразным способом наверх, на объем. Из темного на светлое, из глубины на объем. Итак, что мы видим? Наш лысенький глазик стал красивее, да? У нас линии выровнялись. Углубилась сама впадина, верхний и нижний ресничный край. Немного приподнялись верхние линии. Вот, то есть коррекция у нас произошла. Еще такой вопрос по поводу вытягивания внешнего уголка. Насколько его нужно вытягивать? Ну, в принципе, задача визажиста состоит в том, чтобы скорректировать форму глаза. Если у нас глаз довольно круглый, то мы можем форму вытянуть. Если он у нас сам по себе продолговатый, то форму лучше оставлять скругленную. Также зависит еще и от посадки глаза. То есть, если глазки у нас довольно близко посаженные, то за счет вытянутого уголка мы можем скорректировать эту особенность. Если у нас широко поставленный, то угол лучше не тянуть, лучше оставлять более округлую форму. Еще необходимо запомнить такой момент, что при построении любой формы глаза, при любой растушевке у нас закончится сама растушевка, должна в зоне видимости. То есть что это такое? У нас лицо состоит из фаса и профиля. То есть у нас наша вся тушевка должна оставаться в зоне фаса, не переходить ни в коем случае на висок. То есть это у нас правило абсолютно для любой растушевки глаза. Можно сориентироваться по кончику брови. То есть где у нас бровка заканчивается, то в принципе там должна закончиться и вся растушевка. Еще такой момент, насколько высоко мы можем поднимать наши штрихи, создавая нашу тушевку к подбровному пространству. Но напомню, что в данном случае у нас еще нету полутеней, да, у нас в основном только тень.
скажем, такие линии темные, которые выровняли наши падающие и восходящие направляющие линии. Вот. Но как я рассуждаю, что у нас все должно быть в равновесии. Поэтому подвижное веко, то есть вот мы глазик закрываем, вот его объем у нас должен быть равен нашему подбровному пространству. То есть, как здесь мы видим, у нас довольно большой глаз, он открытый. И за счет этого мы не можем тянуть высоко штрихи, иначе у нас бровь будет лежать на веке. Бывает же наоборот, когда у нас бровка сидит очень высоко, да, то есть у нас подбровное пространство больше подвижного века, тогда наши штрихи, наша тушевка может подниматься выше. Таким образом, мы уменьшаем объем подбровного пространства, увеличиваем объем подвижного века, и у нас происходит равновесие. Что же теперь? Мне необходимо заполнить уже тенями вот всю нашу конструкцию. Я буду начинать с темного цвета для того, чтобы закрепить наш карандашик. Кисточку я беру небольшую, бочонок из белочки, и мне нужен цвет довольно темный, такой, который будет такого же, такой по светлоте, как наш карандаш, или даже может быть темнее. Я выберу цвет вот такой вот, горький шоколад. Набираю небольшое количество на кисточку, стряхиваю излишки и начинаю заполнять. Начинаю из впадины на объем. Потихонечку. У нас сами по себе белочки создают вуальку. Они у нас покрывают, заполняют и растушевывают. То есть, смотрите, вот я темным цветом потихонечку прохожу из глубины на объем. Обнимаю наш глазик. Движение у меня идет из глубины на объем, с внешней стороны во внутреннюю. Дальше. Я теперь иду из глубины на объем верхнего века. Запечатываем. Вот, у нас получается уже более плотный цвет. Дохожу им до полутени. Один объем. Вот он, подбровного пространства. И кисточку разворачиваю теперь по направлению к нему. Так. Все, мы закрепили наш карандашик. Теперь мы идем уже на создание полутени. Для этих целей я люблю полуплоские или круглые кисточки, белку или белую козочку. Возьму вот такую вот козочку и вот такой вот оттенок теней. Стряхиваю излишки и начинаю теперь растушевку, опять-таки, из темного на светлый. Немножко внахлёст с предыдущим цветом и оттушевываю на объемчик. И ухожу вниз. Этим же цветом я прохожусь по подвижному веку. Если бы это был бы у меня не рисунок на бумаге,
а настоящий человек, то я могла бы сразу начинать с подвижного века и разворачивать свет от ресничного края к подбровному пространству и вниз. Сейчас той же кисточкой я беру цвет уже гораздо светлее. Убираю излишки. И тоже из глубины на объем, из предыдущего цвета вытягиваю новый. Теперь мы можем расставить блики. Можем взять вот такой вот светлый перламутровый оттенок и пройтись в подбровном пространстве. Ставим блик ближе к уголочку глаза. По нижнему веку. Видите, у нас перламутр, с одной стороны он у нас бликует, если так посмотреть, то нет. Так, что же еще у нас остается? Вот эта зона. Она у нас получается лысенькая. Ее необходимо заполнять цветом коррекции, цветом собственной тени. То есть, можно сказать, приблизительно вот таким оттенком. Набираю тоже на кисточку. И прохожусь, создавая здесь необходимое углубление. Для того, чтобы наш глаз оказался в равновесии, чтобы получилось так, что наш глазик стал на место. Эта вся зона у нас до макияжа должна была быть вся высветлена, поэтому не очень хорошо, если здесь оставим мы слишком светлое место, будет смотреться, как будто глазик припухший. Итак, что нам делать с оставшимися зонами? Слизистой нижней и верхней. Верхнюю слизистую я всегда заполняю темным цветом, для того, чтобы межресничка у нас не белелась, чтобы корешочки ресниц смотрелись прокрашенными, и макияж смотрелся продолжением глаза. Что касаемо линии нижнего века, когда у нас линия восходящая, то есть у нас нету сильно падающей линии, тогда мы можем подчеркивать нашу слизистую от угла к углу. Мы можем подчеркивать темным цветом, можем светлым, можем делать цветной акцент. Это могут быть какие-то перламутровые текстуры, то есть разнообразие большое. В том случае, если бы у нас глазик был более падающий, то заполнение темным цветом было бы до середины глаза. Карандашик черный и прорисую нашу верхнюю слизистую. По желанию, конечно, можно добавлять контур, стрелочку. По желанию. Натуральные. Для разнообразия, раз уж так у нас красивая линия нижнего века, мы можем взять насыщенный интенсивный цвет, вот, допустим, такую бирюзу, и пустить ее по линии нижнего века. Макияж, созданный по подобной схеме.